Нормально, ей реально везет. Поварёшка, блин. Хера, вы все время туда ходите. Пришел, посмотрел, ушел. Что за конченый? А ну толпой накинулись. Так, 666. Так. Знать, зачем я эти доски строил. Вот эта вещь хранит души погибших гномов для возможного воскрешения. Вот это годнота. Она еще такая высокая, знаю. Как она там отделе была? О, большая печь, ни хрена себе. Это бандура, блин. Сразу поставилась. Даже никто не нес. Нормально. Да они сюда ходить не будут, что-то делать. Далеко она сильно. Почему я столько досок создаю? Для чего-то очень важного. Для коробков, что ли? Сколько их уже? Надо мне сколько? Раз, два. Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 7 коробков, 3 делается. 4, 5, 6, 7. Когда это у нас там? А, ну да, я же достраивал. Один, два, три. Придется немного еще расширить. Фонаря три. Один, два, три.
Так, ладно. Да, я помню, что это херобора такая гигантская, что хер её, блин, где поставишь. Ладно, ладно. Где же ее, блин, поставить-то? Где-то здесь, что ли? Заменить передние блоки. Заменить передние блоки. Чистить все нахрен. Ну где вы шаритесь? Блин, конченые же вы создания. Чувачела, ну где вы там? Угу. Отлично, прочных карбонов создавал, походу всем должно хватить. Есть, 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 есть. Что, еще два? Не понял. Я надеюсь, кто-то их несет.
то ну какого хера? Какого хера? Почему не заняты? Куда вы ходите? Ребята, что вы тут делаете? Так, дом закончен, это прекрасно. Так. Изящных кроватей на нафигачить, что ли? Чем они мне надо? Та ну не гоните. Сколько же он большой? Сколько же этот хранитель душ большой? Ух, ёпта. А ну-ка. Ничего себе бандура, блин. Ничего себе бандура. Что тебе не так, блин? Эх, ё-моё. Ё-моё, так, уха. Рыбы нет, что ли? Так, ну блин, вот это такая ерунда. Широкий стол. Есть у меня широкий стол? По-моему, я делал. Пусть будет еще один широкий стол. Нельзя, да? А у двери его можно ставить? Можно. Вот такая дивная хрень.
Чё, кися там моя напала на него. Понятно. Так, самострелы мне... Так, а что там с прочными коробами, кстати? Точно где-то несли, потому что, ну, не мог я. Так, прям ошибиться, серьезно. Одна минута осталась. Изящные кровати, кожаные кресла, нафига мне это все. Две изящные кровати. Две изящные кровати. Шкаф с полками, кожаное кресло, чумайдан. Цветочки. Чтобы горшочек сделать, что надо? Да почти ничего. Ой, отлично. Что там для горшочка надо? Глиночка. Глиночка, блин. Погодите. Глиночка есть. Да есть. А та-та, мать-перемать. Все отлично. Нафиг, не хочу здешние кровати. Куда их ставить буду? Кто не хочет жрать рыбу, тот жрет яйца. А тут всякая зона комфорта будет. Всякую фигню там поставлю. А ты, я вижу, рыбку не удается поймать, да? Мало воды. Ну, что я могу поделать? Сейчас зомбари попрут. Подождем, пока уже доберутся до нас. Так. С этой стороны. Навались, блин. Ломают эти штуки, вот идиоты. Короче, кися всех кусает. Ступайте, ребята, за границу дома. Кися текает. Ой, не добежал. Да фиг там, у меня тут такая крутая дверь. Они настойчивые, блин. Блин, остановились, вы чё? Что, обязательно в упор к дверям стоять? Блин, ну что здесь происходит?
Блин, здесь все не хватит ума отойти. Блин, капец какой-то. Получили несколько раз по горбу. Чё тут вылез еще? Ладно, там у них такая борьба, мне, блин, смотреть туда страшно. Дрались, блин, до самого утра. О, идем к этому. Да. Они, вижу, решили прям вот это атаковать, да? Не знаю, с чем это связано. Только не дрыхнуть, работает. Чё они сюда заходят, стоят, а потом уходят? Что за, блин, тупистика? Иди домой, блин. Сейчас будет вперед отбегать. И вот. Так, ладно, ребята. Наверное, сейчас я с вами попрощаюсь. Попрощаюсь и пойду спать. Но если честно, что-то я не пойму, что на часах на моих. То ли часы сбились, то ли реально сейчас 4 часа ночи. 4 часа ночи? Ни хрена себе. Как-то незаметно прошло время. Так, а где же каменюка, которую сюда должны были поставить? Должно было быть всех хватать.
Так, тут процесс идет по всем направлениям. Так, дайте мне недостающий камень, я хочу его сюда поставить. Странно, кто его унес, блин. Как время с толстяками летит незаметно, да? Так и для меня. Казалось бы, только сел, а уже столько времени прошло. Что это за штука? Хрен с ним. А вот и тот недостающий камешек. А может его этим вынесло? Блин, ну что в этой фигне выносит? Точно. Так вы задрали, блин. Да сука, ну что такое? Ну пройдет он сейчас, не бойтесь вы его. Снова они туда наверх заходят, смотрят что-то. Что они там смотрят? Где-то здесь 6, да? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну да. А где-то 6. Так. Каменюку поставили? Все, каменюку поставили. Так, ребятки. Всем, ну, для меня спокойной ночи, а вам, не знаю, спокойного дня, вечера, утра или что там у вас сегодня. Всего хорошего, ребята. Увидимся, услышимся.